Здравствуйте, мои подписчики и гости! Сегодня решила приготовить винегрет. Но не простой классический, а винегрет с селедкой. Для этого мне понадобится свекла, морковь, картофель, лук, зеленый горошек, соленые огурцы и сельдь. Свеклу, морковь и картофель отвариваю. Я варю на пару, но можно варить просто в кастрюле в воде или запекать в духовке. Все овощи почистила. Морковь нарезаю мелким кубиком. И отправляю в миску. Также мелким кубиком нарезаю картофель. И отправляю ее также в миску. После этого мелким кубиком нарезаю лук. И нарезаю свеклу. Добавляю соленые огурцы, консервированный горошек и все хорошо перемешиваю. Часть откладываю в тарелку. Это для тех, кто не любит винегрет с селедкой. Сельдь нарезаю. И закладываю в миску к овощам. Солю и хорошо перемешиваю. И также раскладываю по двум тарелочкам. В одну тарелку добавляю майонез, в две другие – растительное масло. Вот и получилось. Один винегрет классический, второй винегрет с сельдью и с растительным маслом, и еще одна тарелочка с сельдью и с майонезом. Приятного аппетита! Если понравилось, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Оставляйте комментарии, делитесь с друзьями.